Представителей более 25 этносов объединил актауский ансамбль «Шадвал». В течение 15 лет здесь танцам народов Кавказа научились тысячи детей. Несколько раз в год участники ансамбля устраивают мастер-классы для всех желающих, чтобы это искусство стало еще популярнее. Сегодня в планах у хореографов сделать масштабную постановку «Лезгинки» на основе одного из известных казахских музыкальных произведений. На репетициях ансамбля «Шадвал», как всегда, шумно и весело. Здесь не просто учат лезгинки, а помогают детям постигать культуры разных этносов через движение и пластику. Искусство танца лезгинки объединило нас всех. То есть разнонациональность полностью. Мы все вместе дружны и любим друг друга. Вот так в двух словах хореограф с многолетним стажем обрисовал один из главных педагогических посылов школы танцев. «Шадвалу» в этом году исполняется 15 лет. Когда-то он был просто кружком при воскресных школах. Теперь это один из самых востребованных в Актау ансамблей. Коллектив почти 200 человек. Здесь я приобрел много друзей. У нас танцуют и русские, и украинцы. Татары, лезгины, евреи и армяне. Я казах, но когда я слышу лезгинку, ноги несут меня в пляс. Танцы не важно какой ты национальности. Для лезгинки важно быть выносливым и иметь искорку в сердце. Всему остальному можно научиться. «Шадвал» в переводе с лезгинского означает «радость и ликование». И я действительно рад, что попал в этот коллектив. У нас все как в хореографическом училище. Сначала подготовительная группа, затем ученик попадает в студию и изучает трюки. Если его успехи достойны, то он может попасть в ансамбль. Идейный вдохновитель коллектива – хореограф-самоучка Алик Мустафаев. Именно ему «Шадвал» обязан своим рождением. В год Ассамблеи народа Казахстана и к юбилею коллектива он мечтает поставить грандиозный номер – лезгинку с саблями. Музыка уже выбрана. Известный кюй казахского композитора Курмангазы. Лезгинка, она сама заводит, да, музыка такая, темпераментная, характерная. И адай кюй тоже. Когда я его слышу, у меня эмоции такие. Так и в лезгинке, например, многие проходки в лезгинке – это имитация коня, взмах крыльев орла, взмах сабли, горы, защита щитком. В репертуаре ансамбля 8 танцев. Этот новый будет особенным, поэтому работы у коллектива еще много. Нужно будет придумать костюмы и отработать технику. К тому же в планах у хореографов создание музея атрибутики, которую ребята используют в танце. Тамара Степанова, Салмат Бикбаев, Актау.